Всем приветствую, мои дорогие подписчики канала ДМ Титовский. Вот я уже приехал в Москву, домой. Долго ничего не снимал, но сегодня мы с гастрономическим шоком решили посетить знаменитую пивную Пивальди в Юрлово. Все расскажем вам, покажем. Сегодня у нас понедельник, как известно, день тяжелый. Вот, кто-то работает, а кто-то будет отдыхать. Все, давайте, не переключайтесь. Так, вот это вот знаменитая их вывеска. Ресторан трехэтажный. Вот график работы вы видите на экранах с 11 до часу. Да, и что самое главное, что здесь нужно бронировать. Вот деревня Юрлово. 1А. Здесь такая курилка. Нужно бронировать. То есть мы бронировали за 3 дня. Вот. Ну, мы здесь уже были, конечно. Вот, мы хотели определенный столик на первом этаже, но все было занято. Мы идем на третий этаж. Так, вот дверь, вот вход. Вот здесь металлорамка. Здесь обычно охрана стоит, но это уже вечно. Все, заходим. Так, и вот святая святых. Вот здесь встречают. У нас бронь. Здесь раздевалка. Она пока не работает. Все, мы на месте. Так, ну вот мы на первом этаже. Здесь вот такие чаны стоят. Вот здесь сейчас там зал немножко покажу. Вот вход мы зашли. Все, поднимаемся на третий этаж. То есть мы заказали на третьем этаже. Вот это второй этаж. А здесь танцзола. Танцуют артисты. Здравствуйте. Да, здрасте. Да, да, да. На третьем. Так, это тоже бар. И все, мы поднимаемся на свое место. На третий этаж. Вот обратите внимание, сколько уже людей. Время 5 часов. А. Ну что, вот наш столик 306. Все, спасибо. Вот. Обратите внимание, как здесь внутри все. И сколько уже людей. Друзья, ну мы все сели за стол. У нас столик на третьем этаже. Покажу, вот здесь такая вот крыша. Так, здесь вот. Давайте вам покажу меню. Так, пиво здесь. Пшеничный литр. Это с собой 600 рублей. Здесь два вида пива. Пшеничный и лагерь золотой. Здесь 0,5 350 рублей. Литр стоит 600 рублей. Ну вот, сразу начинается это спецблюдо. Все сорти колбасок 200, сорти суши, все по 200 рублей. Крылышки 200 рублей, рулька 200 рублей. Спецблюдо лангустины 200 рублей. Салат, то есть выбор здесь большой. Селедочка под шубу. Так, ладно, давайте сейчас я буду... сделаю заказ и потом покажу. Все, все блюда по 200 рублей. Мы здесь уже неоднократно были. Здесь очень все вкусно. Вот, тартар из лосося 200 рублей, тартар из мраморной говядины 200 рублей. Такие вот здесь креветки в кляре. Колбаски. Мидии разные, разный соус, бургеры. Пасты, ну все, и пасты, и суши, и пиццы.
Шницель, рыба. Ладно, сейчас мы закажем. Уже покажем еду. Супы вот здесь, все по 200 рублей. Том-ям. Какие-то пиццы. Что, друзья, довольны и счастливые. Мы сели за наш столик и сейчас будем смотреть меню. Мы здесь уже не первый раз, поэтому я уже знаю, что я хочу. Но сейчас покажу вам меню и покажу те блюда, которые я люблю, которые я заказывал. И то пиво, которое мне очень нравится, которое просто бесподобное. Так, вот меню. Пивальди, пивоварня, фантастический ресторан. Ну, это действительно так. Вот сразу видим 0,5-350, 1 литр. Да. Потому что одни в августине. 1 литр 600. Ну, два чека можно сделать? По отдельности. Да, давайте сначала мне тогда. Да, мне. Тогда гость один и вы, да. Гость второй. Да, так, да. Вот. Значит, лангустин один. Да. Салат с кальмаром один. Вот эти лангустины 200 рублей. Карпаччо Блэк Ангус. Тартар с форелью. Так, напиток мне этот тархун. Литр или 0,5? 0,5. Ну пока все, наверное, потому что... Так, здрасте. А я буду, значит, пиво литр. Ну вот, которое темное. Лагер. Вот, его. Вот, потом буду также лангустины. Они же у вас только... В понедельник, да, по-моему? Да. А? А, только в понедельник. Не, с понедельника по четверг. А, с понедельника по четверг, да. Лангустины буду. Так, потом, значит, тартар из форели. Дальше. А, вот аргентинские креветки. Так, и мидии я видел здесь у вас в сырном соусе. Ну, пока так. А у вас депозит не было, да? Есть. Депозит? Депозит был 2000. А вы что, сообщение вышли? Так, ну пока вот так, пока мы так заказали. Ну это только начало. Ждем дальше. Так, ну вот, друзья, довольные и счастливые. Заказали мы, сделали мы заказ. Теперь ждем, в предвкушении, слюнки текут. Вот, особенно у гастрономического шока. Ну все, ждем и все покажем и расскажем. Ну что, друзья, мы принесли литровое пиво. Уже, конечно, кто-то оператор пил немножко. Вот. Сейчас я сделаю первую пробу. Кружка как в немецких парах. Да, и такая. Особенно, когда не пьешь пиво, я не пил, но что-то заметил пиво. Решил себе принести пиво. Пиво супер. Я пью не пил полтора месяца, поэтому делаю уже не первый, а, наверное, третий глоток залпом. Вкус просто, как говорится, специфический. Здесь напомню, что пиво варят, сами варят. Вот, поэтому, конечно, вкус свежего, прекрасного пива. Поэтому начинаем. Принесли мне вот такой лимонад. Стоит он 350 рублей. 0,5. То есть лед. Вкусный этот лимонад, как бы я его здесь всегда беру. Лимончик, лед. Вот это зеленое, это прям натуральные травки. То есть отличный лимонад. Его рекомендую. Ну вот сейчас я вам покажу блюда, которые уже начали нам приносить. Салат с кальмаром.
тартар из форели, да? Тартар из форели. По 200 рублей, напоминаю. Все это богатство. Будем дегустировать тартар из форельки. Все прям сделано как в высших домах Лондона и Парижа. Лайм сбрызгиваем. И сейчас снимаем первую пробу. И обязательно, что очень классно, это сухарь. И прям на сухарь классно. Обалденно. То есть вкусно, все прям сбалансировано. Обалденный тартарчик. Напомню, тартар — это сырой продукт. То есть, мы сейчас видим сырой продукт форели. И все это сдобриваем пивом местного разлива. Как ты советуешь это блюдо за 200 рублей? Я советую это блюдо за 200 рублей. Подача очень классная. То, что тартар, он, ну, конечно, сюда еще добавляет оливковое масло. В камеру смотри. И лимонный сок. То есть это не просто вам сырое мясо сделали вот так вот. Здесь, я думаю, что и яйцо, я думаю, желток, яйца. В общем, здесь все очень-очень сбалансировано, все очень вкусно. Все, прям зачеточка. Давай. Так, ну что, дорогие друзья, тут не успели мы кушать, так сказать, тартар из форели. Вот, нам уже принесли лангустины. Опять же, за 200 рублей, да? 4 штучки. Здесь также еще принесли мидии в сырном соусе. 200 рублей. И аргентинские креветки. Сливочным соусом тоже 200 рублей. Все выглядит очень вкусно. Давайте сейчас прям сразу пробу сделаем. Вот так вот прям. Обалденно, ребята. За 200 рублей такой продукт. Сделано на гриле, все очень вкусно, все очень классно, все очень просто, бесподобно. Вот это лимончик можно еще раз опять сделать. Все получается просто безумно. Сейчас сразу одним кадром пробуем мидии, чтобы вас не томить под сырным соусом. По-моему, они даже новозеландские, что ли? Нет, это обычные мидии. Обычные, да? Где-то, ну так вот на скидку, где-то штучек 10. Обалденно. И креветочки какие аргентинские. Ну, даже если бы они русские были бы, думаю, что за 200 рублей, 1, 2, 3, 4, 5 штук, это просто бомба. Все, приятного нам аппетита. Чтобы не томить, не томить. Давайте шашлык куриный и кофе еще можно. А кофе, по-моему, бесплатно, да? Ну, у вас же кофе также остался бесплатно, да? И кофе, и чай. Это вообще удивительно, то, что и кофе, и чай бесплатно, да. Давайте латте. Нет. Так, это вот да. И сейчас тогда я. Так, я тогда буду, опять же, дорадо на углях. Так, потом у вас какой-то был кебаб. Да-да-да. Да, кебаб из говядины. И потом патте из... Паштет из... Ой, да, паштет из... Да-да-да. Ну, в принципе, пока вот так. Ага, спасибо. Ну, друзья, я сейчас вышел на улицу, вот, и поймал себе на мысли о том, что как все-таки здорово, что у нас в Москве
открыты такие заведения, как Пивальди, да, то есть ты, во-первых, приезжаешь, то есть ты испытываешь гастрономический шок и кайф, кушая всю вот эту еду. Вот, еда достойная, стоимость 200 рублей. Пиво здесь сами варят, тоже прям все the best. Вот, и ты немножко как бы соприкасаешься с культурой Европы, где там вообще культура пива стоит на первом месте, и, соответственно, под эту культуру уже строятся также такие заведения тоже, там двухэтажные, трехэтажные, вот, где ты действительно приходишь в паб и испытываешь удовольствие, употребляя пиво и кушая еду, которую тебе предлагают. Но здесь получается, что и еда по 200 рублей, да, то есть ассортимент очень большой, и пиво местное хорошее. Да, пиво стоит за литр 600 рублей, но 600 рублей – это 6 долларов. Когда в Германии стоит только 0,5, 6 долларов, 6 евро, наверное, где-то так, 6 долларов, 6 евро. Вот, в Чехии в данный момент где-то пиво стоит 3 евро, 4 евро. Но здесь натуральное пиво классное. Кстати, покажу, сделали летнюю площадку. Вот, мы здесь никогда не были. Это вот именно такая вот летняя веранда. Что, я думаю, будет прям вообще просто летом просто замечательно. Вот здесь-то. А здесь тоже пиво вот это местное, да, все? Ну, то, что у варят, да? Другие проекты, у нас свои пиво. Ну, понятно, да. Угу. То есть те же как бы сорта, то есть фильтрованное, смотрите, светлое. У нас оба не фильтрованные, вот этот зеленый Weissberg, но пшеничное без горчинка, помягче. Ага. А лагерь у нас Gold с горчинкой. А, с горчинкой. Оба светлые, оба не фильтрованные. А темного пива нету, получается? Темного, к сожалению, нет. А сколько стоит? Какое именно? Ну, 3,7, 0,75. Ну, 0,75, конечно, 0,75 лучше. 0,75 стоит 600 рублей, а, 600 рублей. 3 стоит 300 рублей. Ну, понятно, то есть как и разливное пиво. Да, то есть самое. Угу. Такое ощущение, что у вас хозяин иностранец, нет? Я не знаю. Не знаю. Блин. А это, кстати, летняя, да, получается, летняя площадка? Беседка, да. Летняя беседка. И открылась она вроде недавно вообще, да? Да. Еще не месяц даже. Ага. Блин, ну здорово будет. Погода не разрешает полностью открыть. Ну, это сейчас в конце мая уже будет. Уже будет тепло, уже будет классно. Ой, классно, здорово. Так, ну ладно, возвращаюсь к своему заказу в свой ресторан. Ну это прекрасно. Что, друзья, принесли нам нашу уже вторую часть заказа. Вот. Это у нас патте из куриной печени. Гусиной. А, из гусиной печени. Вот так вот. С клюковкой. С клюковкой, с тостиками. Дорада. Ну, дорада, конечно, небольшая. Я думаю, что здесь где-то грамм 250-300. Будет, вот, и люля-кебаб из мраморной говядины, из мрамора. Так, это шашлычок из курицы, по-моему, да? Да. Шашлычок из курицы. Ну, вот такой вот кофе. Бесплатный. Кстати, бесплатно, здесь все кофе и чай бесплатно. Ну и опять же пиво. Куда же без пива? Местного разлива. Все. Ну давайте, будем, так сказать, пожелаем вам приятного аппетита. Так, прям вот сейчас, чтобы просто, опять же, не тянуть кота за бантик. Классный тостик. Мягкий, вкусненький. Патте обалденное. Прям вот супер. Опять же, 200 рублей. Теперь
лёгкий из мраморной говядины. Обалденный вкус. Видно, что прям его жарили с пылу жару на гриле. Кстати, чувствуется вот эти прожарки. И вкус, прям вкус, вкус костра. Вот. Но и куриную. Шашлычок вам сейчас скажу, гастрономический шашлычок. Да, вот такой вот кусочек. Давайте сейчас попробуем. Прям будем руками есть, как истинные, истинные, как истинные кавказцы. Угу. Не песочные. Причем замаринованный. Да, вот там маринад. Прям. Угу. Ну и давайте сразу рыбку. Рыбку я так уже немножко разрезал. И пробовал рыбку форель. Я думаю, где-то грамм 300. 200 рублей цена. Форель как надо сделать. И все это запиваем прекрасным местным пивом. И имеем очень блестящий стол. И шикарный вид. Шикарный вид. Супер, супер. Всем рекомендую пивать. Всем. Всем подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии, как вам вообще это видео. Это сейчас такой новый формат. Я обычно снимаю travel путешествия, но сейчас я решил снять ресторанчики. Так, ну что, дорогие друзья. Так, пока вот наш дорогой Дэм Титовский ходил в уборную. В уборную, да, ну потому что пьем пиво, так сказать, пиво живое, пиво натуральное, настоящее, классное пиво. Нам принесли вот такой вот десерт. Это морковный торт. Ну так он выглядит. Прям достаточно аппетитно. Как бы я его ем уже здесь не первый раз. Мне он на самом деле нравится больше всего. Он такой, как бы такой мокренький, такой влажный. То есть прям они свежие, как бы прям вот очень свежие. И он очень, и он прям не сладкий. То есть прям десерт вот здесь прям 5 из 5. За 200 рублей, ну я считаю, прям подарок судьбы. Ну вот такой вот здесь какао. Так, ну Игорь, расскажи нам, вот ты сегодня поужинал. Я, кстати, сейчас хочу сейчас сказать, что да. Я как бы себе на десерт оставил 0,5 пива, да, и вот пате из какой печени? Гусиной. Из гусиной печени. Вот это сочетание пате с гусиной печени, с пивом и с этим бриошем, это прям вообще просто замечательно. С собой, конечно, я возьму с собой десерт, надо сказать, что морковный тоже возьму. Вот, значит, подытожим, подытожим. Или, так сказать, пробежимся, пробежимся. Значит, из того, что мы вам все показали здесь, что мне не понравилось? Мне, конечно, не понравилась форель. Ой, дорада. Извиняюсь, мне не понравилась дорада, потому что все-таки дорада была немножко суховата и горьковата. Но для тех, кто, допустим, мясо совсем не ест, да, а любит рыбу, вы можете ее заказать, потому что... Ну, я хочу сказать здесь, что есть более из рыбные, более выигрышные позиции. Если взять, допустим, вот камбала, палтус. Да. То есть, как бы, дораду не советуем. Она, конечно, на первом месте там стоит. Ну, во-первых, вес маленький, там 250, может быть, 300 грамм. Ну, суховато, горьковато. По мясу, кто любит мясо, прям бомбалело. Вот вы видите, да, мой десерт. Вот. И все остальное классно, классно. Но единственное, еще как бы такая маленькая придирочка. Ну просто мы посещаем Европу, ну посещали, по крайней мере, до 22 года. Вот. Немножко закуски приходят холодные. Ну, то есть я имею в виду лангустины. Вот лангустины были такие миди. И миди были холодные. Все-таки это такая горячая закуска, она должна быть горячая. То есть мы не знаем, может быть, заранее готовят, может быть, долго несли, не знаю. Но как бы вот единственное, если так прям придираться. Но подытожив, дораду. Не понравилось. Не понравилось. А все прям the best. The best from the west. Ну, что, двигаемся дальше. Так, друзья, сейчас, может быть, меня... А можно мне еще морковный с собой? С собой, да. И тогда посчитать нас раздельно. Оплатка. А? Я думаю, карты, да. Ну, главное, морковный с собой мне.
Друзья, вот я остановился по меню на мидиях. Вот здесь есть еще бургеры. Есть паста всеразличная. Горячие блюда. Вот вы видите шницели. Камбала. Палтус. Блюда на углях, пожалуйста. Шашлык свиной. Куриный. Из индейки. Люля-кебаб вот я попробовал. Вкусный. Бравный говядины. Дальше супчики. Тоже на любой вкус. Ну, кошелек не говорю, потому что 200 рублей все стоит. Пицца. Тоже всеми наша любимая. С тунцом, маргарита, 4 сыра, шампиньоны. Вот они все. Подарочный набор с собой 1800. 6 бутылок по 0,33. 1800. Суши, кто любит суши, пиво с собой. Ну, здесь рядом живут люди в коттеджах имеют. Богатые люди, они могут себе с собой позволить. Суши, кто любит. И десерты. Для любителей десерты. Манго, маракуйя, чизкейк. Сами все видите. Тирамису. Яблочные штрудель, наполеоны всякие там, эклеры. Я себе морковную заказал, вы слышали. Немножко пробежимся по бару. Кофе, чай бесплатно. Это ли не радует? Джины, ликеры, виски, ром, коньяк, текила. Давайте еще раз. Можете ставить на паузу и видеть цены. Также все представлено в картиночках. Будь здоров! Так, а что у нас здесь? А красное сухое вино. И даже вина в кувшинах. Так, мне депозит тогда сюда. Так, у нас депозит здесь был депозит 2000, просто мы чек взяли разные. Но, так, а с меня сколько тогда получается? У вас 3186. Угу. Так, мы... То есть, как бы, 386 это за двоих? Да нет. Нет? Вот, мое 1900, ага. И твое 300. А, 1900, а мое сколько-то получается? 300. Так, ну что, давайте сейчас посмотрим, что у нас там составило. Так, общая сумма составила... Что ты снимаешь-то? Как ты снимаешь-то? Так, давайте посмотрим, сколько у нас составил счет. У нас счет составил... 4088, да? Но у нас был депозит 2000, и соответственно мы счета разделили. То есть гастрономический шок заплатил 900 рублей, получается, да? Mm-hmm. То есть, ну, депозит 2900, у меня получилось 380. Ну, то есть вот на 380 я заказал столько много еды, столько я выпил пива, то есть 2,5 литра пива выпил и столько много еды. Вот, собственно говоря, наш счет. Я считаю, что это просто замечательно. Мы оставляем чаевые 10% и двигаемся дальше. Так, ну что, дорогие друзья, подытожим. В общем, пьяные, довольные, нос в табаке, сытые. Мы с гастрономическим шоком возвращаемся обратно в Строгино. Значит, то есть как бы нужно рассказать, наверное, как мы сюда попали, да? То есть мы на Пятницком шоссе. Погромче. Метро Пятницкое шоссе. Заказали такси. Такси нам обошлось сюда 450 рублей. Я считаю, это халява. Доехали, то есть как бы сюда, конечно, попасть нужно либо на такси, ну, либо если вы имеете свой транспорт.
Вот, значит, подытожим. Все очень понравилось, кроме форели. Вот еще с тобой даже взял с тобой десерт. Сибаса. А, сибаса. Дорады, точнее. Ой, да. Видите, уже пьяные, сытые и пьяные. В общем, все понравилось, кроме дорады. Вот, дорада не понравилась, как бы сухая, какая-то такая была островная, не то что кислая, что ли. Вот, общем, горькая. Горькая. Неужели мы вышли на свежий воздух? Все, в общем, постановим все классно. Мы посидели, ну, в среднем на 3000 рублей. Вот, безумно понравилось. Если вы собираетесь прийти сюда с девушкой, то вы ее здесь очаруете, потому что здесь можно заказывать все. Ты не думаешь, ты просто меню заказываешь, я хочу это. Все, по 200 рублей, халява полная. Алкоголь, бар, я все показал в меню. Вот, так что... Советую это место, классное это место. Немножко здесь даже ощущается вкус Европы, вкус пива и так далее. В общем, все классно, ребята. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментарии. Вам не сложно, мне приятно. До встречи.